Всем привет, с вами я, Алена. Сегодня обзор моих покупок из магазина Fix Price. Давайте не затягивать и начинать смотреть, что же я купила в этот раз. Первая покупка. Дочку мою пригласили на день рождения. Надо было выбрать какой-то подарок, да. И мы решили с ней взять вот такую картину по номерам на холсте. Почувствую себя художником. Вот такой здесь милый котик с утенком. Картина называется «Веселые друзья». Размер ее 30 на 30 сантиметров. Фикси большой выбор. Производитель Лори. Всем известная марка, всем известный бренд. И стоимость такой картины 249 рублей. Давайте попробуем заглянуть и посмотреть, что же там внутри. Краски, кисть, краски акриловые, пробник самой картины, на котором можно потренироваться. И картина. В дополнение к такой картине мы взяли еще и наушники. Сейчас самый сезон в таких ходить, девочки-модницы оценят. Варианты разные. Эти именно ушки продавались и в прошлом году. Кто не помнит, присмотритесь. Сейчас их снова выложили на полочках во всех фикс-прайсах страны. В принципе, они очень хорошие, мягенькие. 249 рублей. Производство Китай. Для сына выбрали вот такой вот с дочкой пазл Бэмби. Я помню, у меня у брата был большой такой пазл, когда он был маленький. Там, кстати, тоже, по-моему, около 24 деталей, но он был прям вот огромный. Какой здесь размер? 48 на 33 сантиметра. Стоимость пазла 149 рублей. Отличный такой на добрую детскую тему. Следующая покупка мне нужна была для работ моего сына. Убирать туда какие-то карточки для развития, развивающие. И взяла вот такие вот как раз папки на молнии с глиттерной вставкой. И, конечно, мне нужны еще и уголки. Но уголков сейчас в продаже нет. Поэтому есть папки. И самое главное, что есть и большой размер, куда влезет формат А4. И маленький, вот для небольших карточек отлично подойдет. Стоили такие папки 99 рублей всего лишь за две штучки. Давайте мы на них посмотрим повнимательнее, нет ли запаха, все ли с ними хорошо. Ну, запах обычный, пахнет просто полиэтиленом. Он здесь, кстати, плотный. Конфетти только с одной стороны. И вот такой вот зип-замочек. Все работает, все хорошо. Да, меня вполне устраивает. Разные цвета в продаже, выбирайте. Отличные. Кстати, гораздо лучше, чем гелевые наполнители. Я брала фикси как-то блокноты, и там были антистресс такие обложки гелевые. В общем, этот гель со временем подсыхает, высыхает, и все это отправляется в помойку. Поэтому, когда вот просто конфетти насыпано, на мой взгляд, это гораздо лучше. Так, следующая покупка к Новому году. Давайте немножко покажу продуктов, которые я взяла. За 59 рублей я взяла целых три бутылочки вот такого вот детского шампанского. Апельсин, мандарин, яблоко. Тематика «Звездные войны», это Дисней. И здесь в составе 30% сока. Ну, состав, в принципе, да нормальный для газированного напитка. Отличный. Производство Московская область. Город Мытищи. Мытищам привет. У меня в Мытищах пара друзей живет. Ребята, вам тоже привет. Вдруг вы меня смотрите. За 249 рублей или 299. В общем, уже не знаю, потому что списывала бонусы. Мне эта книжка обошлась в 176 рублей. Сейчас привезли очень много новых книг. И я выбрала среди них вот такую. Кристина Старк, «Гончие Лилит». Я хочу защитить тебя от всех демонов ада, но что, если один из них прямо здесь, перед тобой? Книга 18+, очень хорошо, что фикси, они все обернуты в слюду, именно 18+. Потому что, ну, чтобы молодежь
не совала нос куда не следует. Вообще, конечно, Фикс меня всегда радует по книгам, потому что такие книги в других магазинах, в том же книжном лабиринте или в Читай-городе, стоят в разы дороже. А здесь всего лишь 299 или 249 рублей. Ну, в общем, вот такая вот история. Далее, за 79 рублей я взяла украшения елочные. Снежное кружево. Вот такие. Здесь три штучки. 12 сантиметров их высота. Взяла я их не как украшения новогодние, хотя, может быть, и буду их использовать. Просто у меня, не поверите, вот висит люстра в комнате. И у люстры есть как раз висюльки. Назовем их так. И там вот как раз такие вот капельки внизу. И одна капелька куда-то делась. Мы не можем ее найти. И я решила поменять все капельки сразу, поэтому взяла два набора, чтобы мне хватило всех капелек. Вот поменяю, будут у меня теперь такие капельки. Они немножко другие, не те, что на люстре. Но вообще, конечно, очень красивые украшения. Можно какие-то делать подделки новогодние, да даже елочку украсить такими вот висюльками. Всего лишь 79 рублей, они акриловые. Это не стекло. То, может быть, кто-то подумает, что это стекло. Нет, это не стекло. Сейчас, конечно, Фикси коллекция очень красивая к Новому году. Я еще смотрю на набор снежинок таких больших, тоже акриловых. Думаю, что скоро я все-таки их куплю. Так, следующая моя покупка. Взяла ее себе дочка. Здесь была тоже акционная цена. 120, что ли, рублей. Дочке она вышла 88 рублей, опять же, потому что мы списывали бонусы. Это вот такой вот шар для принятия ванны, солевой шар, и он идет с игрушкой. Она выбрала вот такой вот с мишкой. Мы уже брали такой, ей нравится, да, конечно, недешево, я считаю, потому что цена без карты 149 рублей. Здесь 150 грамм, и этот шар, ну, на один раз. Воду окрашивает, кстати, в прошлый раз мы брали какой-то цветной, то ли синий, то ли зеленый, уже не помню. Но дочке нравится. Да почему бы нет, господи, чем бы дитя не тешилось. Мне не жалко. Следующая моя покупка. Взяла я для ванной комнаты корзинки. У меня такие есть. Но они фиолетовые. Те зрители, которые со мной давно, уже знают, что у меня ванная в зеленом цвете. Фиолетовые корзинки в ней вообще не смотрятся. Поэтому я решила их поменять. И очень хорошо, что Фикс привезли точно такие же корзинки. То есть они мне подойдут в мои ящики идеально. Но вот в таком вот приятном мятном цвете. Так, давайте я скажу, сколько они стоили. Корзинки стоили 27,50 всего лишь. Вот такие малыши. Здесь пластик подходит для пищевых продуктов. Это наше российское производство. Размер корзинки 25 на 15 на 7 сантиметров. Уникопласт. Вот такая прелесть, такая красота. Следующая покупка — это новинка из отдела электроники. 149 рублей я взяла вот такой разветвитель USB. Длина здесь кабеля 40 сантиметров. Будем пробовать, смотреть. У каждого порта USB есть еще и свой коммутатор. Тоже хорошо. Будем тестировать. Смотрите, нам предлагают к ноутбуку присоединять. Да, иногда не хватает места. Потому что, например, у меня в ноутбуке два порта USB, в один воткнута мышка, во второй флешка. Иногда надо вторую флешку воткнуть, и, в общем, приходится как-то перебиваться, одну вытащить, вторую включить, или тачпотом пользоваться. Ну, в общем, отличная вещь. Или, к примеру, заряжать телефоны ставить. Чтобы не покупать адаптеры, можно взять вот один такой вот разветвитель. Присмотритесь, 149 рублей. Далее, хозяйственная покупка за 79 рублей. Я взяла вот такую губку для обуви с дозатором от марки Silver. Я взяла бесцветную, она подойдет как и для черной обуви, так и для коричневой, для кроссовок, для чего угодно. Мгновенный блеск, плотная губка. Давайте с вами посмотрим на нее поближе. Да, у меня уже тут она пропитанная, мокренькая. Кстати, даже запах приятный у этого воска. И дозатор. Можно видеть, когда он закончился, чтобы поменять губку,
чтобы до последнего не возюкать по обуви сухой губкой, да. Следующая покупка, носки взяли мы еще раз, вот Zooway, вот такие вот, в размере 7-9 лет. Вы не представляете, в этот раз они какие-то прям вообще волшебные. В прошлый раз мы брали размер 5-7 лет, и у меня их дочка натянула на свой 38 размер. Так они ей понравились, она решила попробовать. Да, они ей почти как раз. Поэтому вот размер 7-9 лет ей на ее 38 сядет просто изумительно. Большие девочки, кому понравились такие носочки, можете заглянуть и в детский отдел и взять себе такие. Вариантов расцветок уйма. Выбрали в этот раз вот такие вот с рожицей. Это, я так понимаю, все-таки олень, потому что рога. Приятные, тонкие, 67% хлопок, 33% полиамид. Стирать можно при 40 градусах, да. Далее еще я вам покажу. Ну, как всегда, свои киски-анфиски взяла покушать. Влажный корм от Perfect Fit. Сын у меня приболел, поэтому доехать до Чижика не получится, чтобы там подешевле взять. Но вот, вот так вот. Прихватила в фикс-прайсе 26.30. В Чижике, по-моему, 22 рубля, что ли. Два варианта я взяла. Для кошек с чувствительным пищеварением индейка в соусе и для стерилизованных кошек говядина паштет. Она у меня как раз-таки стерилизованная и с чувствительным пищеварением, поэтому ей оба подойдут. 75 грамм, 26 рублей 30 копеек. Кушает моя кошечка, ей очень нравится, хороший корм. Так, ну и, наверное, последняя покупка на сегодня. Да, вот сейчас смотрю по пакетам. Все, последняя. Это я все-таки взяла себе такую ложечку за 79 рублей. Новая коллекция. Силиконовая такая утварь. Очень мне понравилась эта ложечка. У меня, конечно, на кухне уже зеленого практически ничего нет. А все, что есть хорошее зеленое, ну, у меня спрятано в шкафчике, чтобы на виду не было. Ну, вот такая ложечка, мне прям вот я на нее смотрю, и она прям так и просится. Чтобы кашу ей накладывать, например, из мультиварки. Вот прям вот идеально подходит для этих целей. Вот потому и взяла. Понравилось. 79 рублей. Конечно, там коллекция большая. Там и венчики, и всякие лопатки, и кисточки кулинарные. Поэтому присматривайтесь. Ну вот они мои покупки из магазина FixPrice. Как всегда, надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Жду от вас обратной связи. Да, и не забывайте ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.